Уважаемые друзья, я Титов Сергей Анатольевич, представляю новую магистерскую программу «Цифровая трансформация в оборонно-промышленном комплексе». Эта программа подготовлена Высшей школой управления финансового университета. Что такое цифровая трансформация? Простыми словами. Цифровая трансформация – это когда цифровые технологии существенно меняют деятельность предприятий, отраслей и целых государств. А когда внедряется огромное количество различных новых продуктов, процессов, технологий, не только производственных, но и управленческих, таких как электронный документооборот, таких как цифровой маркетинг. Технологий цифровых очень много. Это цифровые двойники, машинное обучение, компьютерное зрение. Этих технологий имеют огромное количество различных возможностей внедрения. И всем этим массивам, который способен трансформировать, существенно изменить бизнес предприятий, нужно умело управлять. Почему мы считаем, что цифровая трансформация для оборонно-промышленного комплекса – это важное направление? А потому что оборонно-промышленный комплекс исторически являлся эпицентром технологического и научного развития. Создаются новые изделия, создаются новые виды вооружения, осваиваются новые технологии. И все это требует грамотных управленческих компетенций. Умение управлять идеями, которые нужно находить и внутри предприятий, и за рамками предприятия. Умение оценивать эффективность новых проектов. Умение разрабатывать новые процессы, модернизировать существующие процессы. Управлять организационными изменениями, осваивать новые компетенции. Для всего этого требуются новые руки и новые головы, которые мы будем помогать создавать в рамках нашей программы. Кем могут стать выпускники нашей программы? Ну, в первую очередь, это руководители проектов, инновационных проектов. Если, может быть, не сразу руководители, то, по крайней мере, помощники, ассистенты. Во многих предприятиях, как со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя, требуются люди, которые могут координировать достаточно сложную деятельность по разработке и освоению новой продукции, новых проектов. Затем это, возможно, люди, имеющие опыт, они могут претендовать на то, чтобы стать руководителями отделов, занимающихся теми или иными цифровыми инновациями. Следующий важный момент. Оборонно-промышленный комплекс – достаточно сложная среда, в которой требуется помощи стороны консалтинга. И, возможно, многие из вас найдут свое место как консультанты, которые помогают оборонно-промышленным предприятиям развивать свои новые цифровые компетенции. Уникальность нашей программы придает то, что она разработана совместно с нашими стратегическими индустриальными партнерами. Промсвязьбанком, который является узловым банком для оборонно-промышленного комплекса, и Академией Промсвязьбанка, которая выступает поставщиком самых горячих, самых востребованных компетенций от непосредственно самих руководителей-исполнителей из оборонно-промышленного комплекса. От слов к делу, давайте посмотрим, что из себя представляет цифровая трансформация и как ее можно использовать в реальности. Предоставим слово нашим студентам. Всем привет! Мы студенты финансового университета, и сегодня мы находимся в испытательной лаборатории наших партнеров ЭКФ. Давайте посмотрим, что здесь находится. Итак, я надеюсь, что я сумел кратко рассказать, что такое цифровая трансформация, почему она актуальна для оборонно-промышленного комплекса, почему диплом по нашей программе является вполне престижным и достойным местом ваших инвестиций. Поэтому буду рад вас видеть в стенах наших аудиторий.